25 ноября сотрудникам муниципальной организации «Армавиргортранс» нашлась дополнительная работа. Срочного ремонта потребовал павильон на остановке по улице Кирова в районе тоннеля, куда накануне ночью на полной скорости влетел «Мерседес». 4 ноября в 21:30 в городе Армавире по улице Кирова водитель автомобиля ВАЗ-21-103, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу транспортному средству Mercedes-Benz S200, который двигался по главной, в результате чего автомобиль Mercedes-Benz допустил наезд на бордюрный камень и впоследствии на остановочный павильон. В результате ДТП никто не пострадал. Рабочие производят замену двух опорных и поперечной дуг, которые были деформированы во время дорожно-транспортного происшествия. А сотрудники правоохранительных органов проводят по факту административное расследование и призывают водителей быть внимательными и взаимовежливыми на дорогах города. Лариса Юровская, Евгений Холманских, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».